Привет, ты снова на канале IT User Help. В этом видео я покажу тебе три классных сайта, которые ты точно будешь использовать в повседневной жизни. И первый сайт, который я хочу показать тебе, называется Cloud Converter. Зайди в своем браузере и в поиске вбей Cloud Converter английскими символами, как видишь у меня на экране. И перейди на сайт cloudconverter.com. Этот сайт позволяет конвертировать из различных форматов в различные форматы. Вот так выглядит главная страница сайта. Для того, чтобы тебе изменить файл какой-нибудь, нужно выбрать Select File. Да, сайт на английском языке, но в целом здесь все понятно. Я тебе покажу сейчас, как пользоваться. Этот сайт позволяет не устанавливать на компьютер дополнительное ПО, если тебе нужно сконвертировать один файл в другой, а сделать это все прямо в браузере. Итак, предположим, тебе нужно отконвертировать какой-нибудь файл. Выбираем Select файл и выбираем на компьютере тот файл, который хотим отконвертировать. К примеру, у меня есть видео MP4. И я хочу его перевести в другой формат. Выбираем его, это видео загружается. Далее, вот здесь, в этом пункте Convert to, мы выбираем, в какой формат мы хотим перевести наш файл. Приложение понимает, что мы загрузили файл видео и предлагает нам другие видеоформаты, в которые можно конвертировать. Но также можно конвертировать и в другие, например, Image в GIF, либо в аудио. Давай попробуем сконвертировать это видео, которое я загрузил с компьютера, в mp3 файл. Выбрали файл, нажимаем конверт. Сейчас у нас идет конвертирование моего видео с разрешением mp4. Вот оно. Привет, ты снова на канале. Это мое видео с канала. Далее файл. Если видишь зеленым Finish, это значит конвертация прошла успешно. Нажимаем Download и файл загружается. Мы сконвертировали, повторюсь, в MP3. После того, как файл загрузился, мы его видим в уже сконвертированном варианте. Нажимаем два раза, запускаем и, как видишь, файл стал в MP3 формате, как нам и нужно было. Но этот сайт также умеет конвертировать и из других форматов. Предположим, мы можем взять TXT файл и перевести его в DOCX, к примеру. Нажимаем конверт. И сейчас идет конвертирование TXT в DOCX. Все, файл сконвертировался, так как зеленым цветом показано Finish. Нажимаем Download. Файл скачивается. И вот он в формате DOCX. А вот оригинальный TXT. Также мы можем сконвертировать файл MP3, предположим, в какой-нибудь другой ARC, либо WAV, либо еще что-нибудь. Нажимаем конверт, и идет конвертирование MP3 в наш выбранный формат. То же самое произошло, конвертация MP3 в AAC. Как видишь, здесь очень большое количество файлов, которые ты можешь конвертировать из, и очень большое количество файлов, в которые ты можешь конвертировать. Поэтому сайт очень полезный, добавь себе в закладки в своем браузере. Обязательно понадобится когда-нибудь. Второй сайт, о котором я хочу рассказать тебе, называется manualslip.com. Выглядит он таким образом. Вводишь это слово manualslip, как я ввел. И переходим на вот такой сайт. Этот сайт содержит очень большое, просто громадное количество
инструкции к бытовой технике, к электронике, к многим устройствам. Как видишь, здесь какой большой список только брендов, а еще под каждый бренд большое количество оборудования. Можешь также выбрать из этого списка по модели, если тебе нужно найти какую-нибудь инструкцию к твоему устройству, либо в поиске ввести название твоего оборудования, для чего ты ищешь инструкцию. И нажимаем поиск. И вот здесь ты увидишь список всех инструкций, которые доступны. Можешь открыть их, посмотреть либо здесь прямо в браузере, либо нажать download и скачать себе на компьютер PDF-файл. Для этого нажимаем вот здесь галочку. Далее нажимаем зеленый Get Manual. И выбираешь либо скачать PDF, либо посмотреть в браузере. Нажимаем download PDF, и файл начинает скачиваться, файл инструкции. И после этого у нас будет PDF документ на компьютере. Вот такой простой способ найти инструкцию на практически любое устройство. Ну и третий сайт, о котором я хотел рассказать сегодня, называется Down for Everyone or Just Me.com. Для сайт тоже на английском языке, но работает довольно просто. Для того, чтобы перейти на этот сайт, вводим в поиске и переходим на этот сайт. Для чего этот сайт? Этот сайт позволяет проверить, работает ли какой-нибудь другой сайт, или же он поломан с какой-то ошибкой, либо просто лег. Бывают такие ситуации, что ты заходишь на какой-нибудь сайт, например, Яндекс. Для примера, это может быть любой сайт, а он, к примеру, не открывается, либо какая-то ошибка висит на нем, и ты думаешь, это проблема на моем только компьютере, или эта проблема есть еще у кого-нибудь. И этот сайт как раз позволяет решить эту проблему. Для этого ты копируешь адрес того сайта, с которым предположительно есть проблема, нажимаешь «Вставить» в это окно и нажимаешь на вот эту кнопку. После этого этот сервис дает тебе информацию о том, работает ли искомый сайт вот этот вот с других компьютеров, с других устройств. И, соответственно, на основе этого ты сможешь сделать вывод, что проблема только лишь на твоем компьютере, либо это просто проблема с сайтом временная и беспокоиться не стоит. В принципе, если ты видишь зеленым, то значит, сайт работает, и проблему надо искать на твоем компьютере, либо с провайдером твоим. Если здесь будет красным, это означает, что сайт просто сейчас лежит, и проблема явно не у тебя. Ну, можешь также взять, скопировать вот эту информацию, вставить в переводчик с английского на твой язык родной и посмотреть перевод. Ну, как я и говорил, что сайт работает, потому что здесь выделено зеленым. Вот такие три интересных сайта, надеюсь, ты будешь пользоваться, и они тебе каким-то образом облегчат твои задачи. На этом у меня все. Если видео было полезным, обязательно ставь лайк этому видео, подписывайся на канал и оставляй любой комментарий под этим видео. Всем пока!